Сквер «Родничок Надежды», что в советском районе Самары, привели в порядок 2 года назад. Территорию вокруг озера благоустроили по программе формирования комфортной городской среды. Здесь появились детская и спортивная площадки, аккуратные дорожки и ограждения. Почистили тогда и само озеро. Сюда прилетали утки, в воде была рыба и черепахи. Но в последнее время водоем зарастает, а живности становится все меньше. Сейчас много общаюсь с жителями микрорайона, у нас практически каждый день встречи. Одной из самых серьезных проблем и беспокойств как раз высказывают по поводу состояния озера «Родничок Надежды». Просят очистить озеро, просят дать ему возможность жизни, чтобы оно жило, чтобы оно было живым. Жители обратились к депутату Самарской губернской думы по своему округу Александру Живайкину. Он встретился с обеспокоенными горожанами и главой советского района, чтобы обсудить, как вновь вернуть жизнь озеру. Сначала сюда пригласят дайверов, чтобы исследовать дно и понять, почему вода так сильно загрязнилась. Вот мы видим живой родник, которым пользуются жители близлежащих домов. Мы из него пьем воду. Наверняка такие же родники здесь. Наверное, они засорились. И это, на первый взгляд, такое вот поверхностное решение вопроса. Но, безусловно, мы его изучим. И жителей советского района наедине с этой проблемой не оставим. Планируется, что причины гибели рыб и помутнения воды определят уже в этом году, а восстановят и очистят озеро уже весной, чтобы следующим летом оно вновь радовало жителей. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.